Еще раз срать. Я отыграюсь. У тебя денег не осталось. Ставлю в дом. Я здесь каждый день бываю, его никогда не видел. Оставьте меня. Еще слово, и я тебя заберу наверх. Нет. Вот бы его для цирка отловить и людям показывать. Капитал, можно сказать. Хорошо идет карта. Мутант? Что здесь, сука, делает ведьмак? Ты видишь здесь топляка или еще какого-нибудь пиздогона? Чудищ нет, так что можем спокойно сыграть в карты. Деловой? Ха-ха, конечно, можем сыграть. Если только деньги есть. Найдутся. Фиштаху у них есть. Говорят, лучший фиштах в городе. Я хочу просто поиграть. Раз ты настаиваешь. Чувствую, разделаю я тебя, как бог черепаху. Продулся ты, братишка. Но если вернешься с деньгами, дам тебе еще один шанс. Карта тебе идет. Да. Надо бы оторваться от стола. Ну, дорогой. Я присоединюсь. Я тебя тут никогда не видел. Ничего удивительного. Я здесь первый раз. Тут занято. В любом случае, здесь играют по-крупному. Скажи мне, где хозяин? Мне нужно с ним поболтать. Видишь ли, младший мой друг. И знаешь, что он мне сегодня сказал? Если кто будет про меня вынюхивать, пусть больше не нюхает. Никогда. Взять его! Живым! Руби его! Заходи! Бабочки! Иди, иди сюда! Смотреться.
до полусмерти. Эй, ты слышишь меня? Живой? Не добивай. И в мыслях не было. Ты кто? Я слышал крики внизу. Уже все в порядке. Ты мне поможешь? Вижу, не так уж сильно тебя поколотили. Давай-ка поговорим. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот и схватили. А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с реданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Скажу Бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Интересно, а Дикстра знает, что младший сговорился с реданцами? Плотва. Ух ты! Смотри! Но! Ты что делаешь? И помни, в обрезке никогда не ходи один, только с напарником. Ерунда! У тебя жена есть? Нет. А собака? Собака есть. Только работа. Ha ha ha!
Шевелись, плотва. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Вилли сотрудничает с Родовидом. Если это верные сведения... Ублюдка больше неприятностей, чем ему кажется. Ты имеешь что-то против Редании? Мои симпатии не играют здесь никакой роли. Ублюдок нарушил договор. И это измена. Неважно, с кем он снюхался. Мне нужен кто-то, кто проведет меня к младшему. У тебя же есть старые связи в Редании? Нет, а вот у тебя есть. Поясни. Темелец. Бывший командир славных синих полосок. Смекаешь? Вернон Роше. Он затаился вместе со своими людьми в лагере у Оксенфурта. Загляни к нему, он хоть порадуется. Теперь помедленнее. Что случилось? Они... Эй, подожди! Вон! Седой! Взять его! Не лезь его!
приветствую. Ну ладно, показывай, что у тебя там есть. Чего у меня там только нет? У меня как... Спасибо. Заходите еще. На бут... Ты че такой? Когда-то давно я тоже поверил одной женщине. За нее я... Я ищу Роше. Нет здесь никакого Роше. Что-нибудь еще? Понимаю. А за тобой, надо думать, грибники лагерем встали? Мы это, за птичками наблюдаем. А меч у тебя, чтоб, если что, от туканов отбиваться? Туканы тут не живут. Холодно им тут очень. Артензио, ты слепой? Это же Геральт, мой товарищ. Геральт, заходи.
Геральт из Ривии, живой и здоровый. Вернон Роше, последняя надежда Тимерии. Смейся, смейся. А Тимерия еще вернется на карту мира. Роше, я не могу их тут бросить. Я... Можешь и должна. У тебя приказ. Они умрут. Пожалуйста. Разговор закончен. Можешь идти. Я ищу ублюдка-младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Так что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь на встречу с риданским шпионом. Мы встречаемся под Оксимфуртом в шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Надо повнимательнее. Один неверный шаг и хер. Пошла. Человек, с которым мы должны встретиться. Готовы? Звездной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Пойдем. Такие, как ты, только болезни разносят. Паразитизм и дезертирию. Что-то здесь не то. Посмотрим. И мат. Говорят, что это королевская игра. Что шахматы учат стратегическому мышлению. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? Это упражнение на гибкость ума? Нет. Я играю в шахматы, чтобы разгадать их секрет. В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь.
Шу-шу. Шу-шу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру и слышу крик из глубины дерева. Я хочу сломать шахматы. Выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Да, король. Да что ты там понимаешь? Ты так говоришь, чтобы подлизаться. Я же образно говорю. Первая скрытая истина. Король всегда окружен дураками. Понимаешь? Думаю, что уже понимаю. Неважно. Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Редании. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении в Оксенфурте. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу делок. Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Ты только что сдал мне человека, в которого вложил порядком времени и денег. Интересно, почему? Считай это жестом доброй воли. И да, я рассчитываю на взаимность. К тому же младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все, идите. С тобой, Роше, я поговорю в другой раз. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Бьянкой, и мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь. Я все расскажу. Хорошо, Роша, я подумаю. До встречи. Хватит с меня этой работы. С колдуньями. Еще один красавец. А тебе чего? Где ублюдок младший? Видал? Но ты суров. Я тебя знаю, выродок. Я видал, как ты Ольгерда убил и Вика.
Это какое-то недоразумение. Сбоку заходи! У тебя сегодня плохой день. Заходи сзади! Иди, иди сюда. Попробуй со мной. Держитесь вместе. Прибью собаку. Пора заканчивать. Как гнусный же ты. Если он хоть пальцем тронул Цири, я ему не прощу. Ее прибили к стене.
Это еще что за вафел? Ах, нихера себе! Ко мне, мать вашу! Никто не придет. Стой! Что? Чего надо? Здравствуй, младший. Я пришел поговорить. Я все сделаю. Только скажи. Для начала несколько вопросов. Я все скажу. Я ищу одну девушку и трубадура. Я знаю, что ты с ними встречался. Девушку? Какую еще девушку? У нее серые волосы и меч на спине, как у меня. Да, да. Была такая. Помню. Теперь сосредоточься и говори правду. Знаешь, почему мне не стоит врать? Я не буду врать. Я проделал очень долгий путь, чтобы тебя найти. Я очень злой и усталый. Мне пришлось убить очень много людей в городе. Некоторые из этих людей пытались меня обмануть. Мне это не нравилось. Чувствую еще одна ложь. Чаша моей горечи будет переполнена. И тогда я сделаю что-то, о чем потом буду жалеть. Понял, почему тебе нельзя врать? Да. Вот и ладно. Меня интересует, каким образом сероволосая девушка попала к тебе и что с ней случилось? Что? Что с ней случилось? Она на меня напала! Еще раз соврешь, и я тебе отрежу яйца. Уговор был такой. Я им чиню магический филал... Ну, что-то такое там. А девка и живчик приносят мне казну Сигеровину. Не принесли, поэтому я немного вспылил. Признаю. И что ты сделал? Ну, я поймал этого, их прихлебал у Дуду. И ждал, пока они за ним придут. Ну, смотри. Это вот они хотели починить. Филактерий? И что ты собирался с ним делать? Я? Ничего. Но я здесь разных людей знаю. Крутишь, младший. Я жду деталей. Я тебе все расскажу. Все по порядку. У меня плохие предчувствия. Успокойся, Лютик. Мы не оставим Дуду в лапах ублюдка-младшего, ты сам знаешь. Я понимаю, но мои предчувствия глухи к доводам рацио, и сантиментами их не заглушить. Возьми себя в руки, Лютик. Надо сосредоточиться. Я ведь только так болтаю. Тогда заткнись. Ты узнал, где держит Дуду? В комнате, на последнем этаже. В той, что с балкона. Я пройду по крыше. Ты жди меня перед домом ублюдка. Я знаю, что для тебя это трудно, но постарайся не попадаться на глаза. Если тебя обидят, ублюдок за это заплатит.
Надо залезть на крышу.